Шнайдерскую клюшку. Ладно. Гол. Гол. Тренхаммер. Динамо быстро реализует свое второе большинство. Сколько там? 8 секунд. И шайба в сетке. Клинхаммер с пятака загнал. Первое большинство совсем не получилось у динамовцев. Но здесь вот смотрите, как разбросали шайбу. Воинов. Еще одна скидка Галиева. И Клинхаммер делает свою работу. Там еще и Удел находился. Обратите внимание, все игроки Динамо сейчас потрогали эту шайбу. И в итоге вывели на Клинхаммера на бросок с пятачка.